Ежегодная акция «Свеча памяти» пройдет в онлайн-формате в Магадане 22 июня. Она приурочена ко Дню памяти и скорби. По традиции, в этот день россияне зажигают огни в память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. В этом году из-за распространения коронавирусной инфекции формат мероприятия изменен. Все желающие могут присоединиться к акции на сайте деньпамяти.рф с 15 по 22 июня. В соцсетях ВКонтакте и Одноклассники колымчане имеют возможность подарить свечу памяти своим друзьям. Каждый может зажечь виртуальную свечу. Всего таких огней планируется 27 миллионов по числу погибших солдат. Одна виртуальная свеча – это 1 рубль. Собранные средства фонд «Память поколений» направит на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.